Царю небесный, утешителю души истины, и везде, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, и дивщелися и очистины от всяких скверны, и спаси блаже души наши. Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 22, 26, 22 по 26 стихи. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господне. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И нашедшие его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Толкование. Алло. Кнопку нажимать. Толкование. Открой. Нашедший здесь Господа, народ не падает пред ним, не хочет узнать, как он пришел, не расспрашивает об этом чуде. Но как небрежно говорит: «Когда ты пришел сюда?» Те, которые хотели нечаянно взять его и сделать царем, когда нашли его, не желают уже ничего подобного. Они не обращают внимания на чудо, но желают в другой раз насытиться, как и прежде. Нет, закроем память. Посему-то Господь и укоряет их. Он не сказал: «Червоугодники вы, обжорливые», но сказал кротко, ибо он обличает их с желанием исправить и через открытие тайн сердца их привести их к большей вере. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 6 глава, 27 стих. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Толкование. «Вы, говорит, ищите меня из-за хлебов, желая насытиться ими. Но вы не должны всецело заниматься чревом, а должны преимущественно стараться о духовном и не употреблять всей заботы на пищу телесную. Ибо ее он назвал пищей гибнущую, так как многие, желающие жить праздно, и особенно мусульмане,
употребляют сии слова в защиту своей праздности, то необходимо уяснить это изречение. Господь наш Иисус Христос сказал это не потому, будто желал пресечь телесную деятельность и расположить праздность, ибо праздность научила многому худому. Книга Сирахова 33:28. Если нужно сказать точнее, то именно желание жить праздно и есть та гибнущая пища. А последователи Христов должен трудиться, чтобы мог и другим уделять. Ибо в награду за сие обещано будущее царствие. Как же скажут, Господь сказал, что не должно стараться о пище гибнущей. Он сказал это с тем, чтобы пресечь усиленную заботливость их об яствах и перевести онную на предметы духовные. Так скажут. Но что Христос искореняет телесную деятельность, это видно из слов его к Марфе. Марфа, ты заботишься и суетишься, а нужно одно только. Мария же выбрала благую часть. Евангелие от Луки 10:41-42. И из слов «Не заботьтесь о завтрашнем дне» Матфея 6:34. Так рассуждают желающие быть без труда. Что же скажем? То, что сказанное к Марфе, сказано не о деле, не о деятельности, не о праздности, но о том, что нужно знать время, и времени слушания не употреблять на заботу о явстве. Он сказал это с целью научить ее, что время учения не нужно употреблять напрасно, занятие тем, что относится до чрева. И тогда, как говорит, не заботьтесь, не отвергает деятельности, ибо иное забота, иное деятельность. Бывает, что человек и делает что-нибудь, но нисколько не заботится. Итак, Господь, научая нас не пригвождаться к житейским вещам, не заботиться об успокоении на завтра, но желая лучше, чтобы мы трудились каждодневно, говорит, не заботьтесь о том, как бы вам, потрудившись сегодня, быть на завтра спокойными, но каждый день, приобретая пищу дневным трудом, не заботьтесь о завтрашнем дне. Пищу, пребывающую, называет таинственное причастие плоти Господней, которую сам дает нам, соделавшись Сыном Человеческим, на котором Отец положил печать свою, то есть показал, подтвердил, что Он есть Сын Его. Хотя Христос и сам подтвердил свое достоинство чудесами, но как Он говорит иудеям, то, чтобы они не возмутились, обращается к Отцу и говорит, что им запечатлен, то есть доказан, засвидетельствован его, который по виду есть Сын Человеческий, Отец запечатлел, то есть родил печатью и образом своим, сохраняющим совершенную неизменяемость и естественное с ним тождество. Вопросы? Евангелие от Иоанна, Евангелие от Иоанна. Микрофон не забывайте выключать. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 28-30. Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Но на это сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Толкование.
Вера в Него есть дело поистине священное и совершенное, и светящее имеющих оную. Ибо основательная вера руководит ко всякому доброму делу, а добрая деятельность сохраняет веру. И как дела без веры мертвы, так и вера без дел мертва. Послание Иакова, 2 глава, 17 стих и 26. Смотри, какая неблагодарность и бесчувственность. Вопросы. Неблагодарность и бесчувственность — это относится к людям, которые спрашивали его, да? И вот вера без дел мертва. Это мы читали, знаем. А вот что дела без веры мертвые, об этом я не обращал раньше на это внимания. Игнат Тихонович, тут толкователь говорит, смотри, какая неблагодарность и бесчувственность. Объясните, что это такое? А о чем речь-то идет? Ну вот, и так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии. А перед этим-то что было? Накормил? Да. Ну, этого достаточно было, чтобы поверили? Понятно. Ну и вот да. Какая бесчувственность. Ты такое чудо совершил, не каждый же день это делается. Сегодня главное, накорми, и тогда поверят в тебя. И вот они бесчувственно наелись, и через минуту опять... Да, еще чудо. Нам не чудо нужно, а вера. А вера выпрашивается. Можно поверить во что угодно. И Конфуция, Дао Ци, много вер на земле. И на версии, и еретики. Но правильно веровать – это откровение Духа Божия. А это зависит от того, как ты к Богу себя настроен. Вот Виктор Гюго пишет, вот идут в монастырь. Ну, бывает... Девушка там или молодая женщина красивая, ну явно, что она красивая. Так вот идут, говорит, туда. В большинстве те, которые что-то здесь у них не заладилось. Обратно пропорционально красоте. Когда у нее все ладится, зачем она туда пойдет? А это та, которую отодвигают, у нее не получается. Он прямо об этом говорит. 13 глава, отверженная. И здесь точно так. Если человек склонен к этому, да, ему достаточно. Он выпросил у Бога веру. Выпросил, встал, и вера открыта, все. Ничего не надо даже и говорить было. А другому кол на голове тиши. Он все равно какие-то подставки делает. Потому что я называю это, он не прописан на небе, его там нету. И поэтому он, его попытки ничем оканчиваются. Его тайная жизнь скверная. И ничего нельзя сделать. Надо молиться со слезами, просить у Бога веры. Вера – это дар неба. Вот дело Божие, чтобы вы веровали. А когда вера и дела, а тут прямо самая вера называется делами. Это единственное место во всей Библии. Его надо запомнить. И бесчувственные люди, видя все это, как можно было не поверить? Вот сейчас в интернете появился ролик, набирает страшно много посетителей, называется «Дядя Вова, мы с тобой». Про Путина. Ребятишки там поют. Прямо напротив памятник Родине в Волгограде. Я сегодня ответил, как рассматривать это во свете Библии. А там пародия разная выступает, там пьяница, дядя Вова, мы с тобой. Там грабители все, что только не делают. А тут, который настоящий ролик, там много сказано. А можно их обратить было? Я со стороны Библии показал все. И что это будет, и почему, и какая у них ностальгия о том, чтобы у нас было по-другому. Ну, говорят-то там, дядя Вова, мы с тобой. Сейчас мы Аляску отберем вроде. Ну, какую Аляску, когда еще ходит с коляской? Смешно даже. Бог с нами совершил чудо, что мы имеем возможность веровать, приступить к Нему. Большего чуда нету, что мне Он открыл. Я ничем не лучше других.
Бог сделал так. Я сегодня рассказывал. В нашей семье 10 детей, 10. 5 братьев, 5 сестер. Брат старше меня на 5 лет. Он талантливый. 5, 10 километров бором идти. Он мне нарисовал схему, какая тропинка идет. Для меня это непостижимо было. В 5 классе был. Чтобы уйти от деда домой, где я учился. А его Бог не избрал. Ему он обманывал и курил, и что попало. Почему? Нету. Ее надо просить веру. Нету веры. Это житие святого Нифонта. Он верил, Бог есть, а продолжал кудесничать. И пришел однажды, видимо, в общежитии жили. А товарищ глянул на него, говорит, а что с тобой? А что? Да ты в зеркало глянь. Он глянул, а он весь вот как выхлопными газами. Все у него здесь, чернота одна. Он, ой, а что это такое? Вот что с тобой Бог сделал. Он утром встал, а веры никакой нету. Бога никакого нету. Вера. Бог отнял у него не лицо, а веру. И он год за годом плакал и молился. Перестал грешить, а веры нету. Просто я знаю, что раньше я был верующий. Основывался на прошлом. И вдруг проснулся, там года два прошло. И он, я верующий, веру Бог вернул. Вера это дар, а не просто я умный или захотел. Нет. Нужно день и ночь Бога благодарить, что меня Он избрал и мне открылся. Я верю, как написано в Евангелии. Они бесчувственно, видя это, не веровали. Какое-нибудь знамение, да еще что-то там, чтобы луна закатилась в рукав. Все. Спасибо, Христос. А вот еще толкователь говорит, что дела без веры мертвы. Вот на этом еще хотелось бы остановиться. Для Слова Божия все возможно, как говорится, но дела без веры. А во имя чего тогда делал? Вот коммунисты бывают хорошие, детей беспризорно там, бывает, детей много наберут и ухаживают там за ними, выращивают-то. Ради чего? Все, что на во имя Христа, все это ты делал ради чего-то. Или славы человеческой. Там можешь не говорить, но Бог определит где-то. Принимается только то, что делается во имя Иисуса Христа. Не во имя какого-то другого Бога. Он дал все, и это все ради Него. И поэтому раньше не говорили «спасибо». Верующий «спасибо» не будет говорить, а сектанты, они даже Богу говорят «спасибо тебе, Бог». Они безбожники. Он говорит «спаси, Христос». В благодарность мы сделали, а это Он дал. Мы ничего по себе не можем. 15 глава, 5 стих Евангелия от Иоанна говорится, без меня не можете делать ничего. То есть творить вы можете много, безобразничать, но творить дело угодное Богу это нельзя сделать. И поэтому ежедневно мы благодарим Бога. Утром встав, мы просимся, Господи, благодарим Тебя, что продлил нашу жизнь и сохранил разум. Благослови нас слышать голос Духа Твоего Святого через Святую Библию и делать, как Ты повелеваешь. Чтоб сердце было мягкое, растворенное верою. Это молитва ежедневная. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Меня могут все простить, а Бог не простит. Священник выходит и говорит, я благословляю. А Феофан Затворник Говорит, говорит так. Священник говорит, я благословляю, а Бог говорит, я не благословляю. И что будет утверждено на небе? Ну, надо объяснять. Феофан Затворник. А сегодня, что бы ни было, батюшка, благослови. Куда пошел? Я в одном доме был, сын заходит, пап, благослови. А в руках тяжелая, видно, сумка. То он повернулся, я говорю, Андрюша, а ты кого благословил-то? Ну, сын мой. Ну, останови его, верни назад. Он вернул, иди его домой. Что? Я говорю, ты открой ему сумку, посмотри, что у него есть. Он парень, молодой. Да зачем тебе, пап, надо? Я говорю, открой. Он открыл, она полная вина, бутылок. Я говорю, а ты благословил его, а маленько погодя, они будут пойманы, снимали шапки с людей, грабили людей, вьетнамцев. Ну и все. Верующая семья, глубоко верующая при том. Ты знай перед Богом, как это выглядит. Не маши руками зря. Только вера, приносящая плод света перед Богом, и дела, растворенные в вере. Я это делаю ради Христа. Мне не нравится это, но Бог повелел мне любить врагов. Я молюсь о том, чтобы врага этого убрал, скрыл, не было соблазна. Но, Господи, не дай ему погибнуть. Духа лжи отгони от него. Он сегодня сидит уже за решеткой. Вот как. Все время надо это помнить. Вчера... Сегодня утром батюшка позвонил, скворцы прилетели в Потеряевку. Новость радостная. Все. Спасибо, Христос. И идем дальше.
Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 31 по 34 стихи. «Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Псалом 77, 24. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Толкование. Вот они вспоминают о манне, а не о другом каком-нибудь чуде, над египтянами или совершенном, или над Черным морем. Желая возбудить его совершить такое чудо, которое бы могло напитать их плоть, они напоминают о мании, по крайнему чревоугодию. Называет себя хлебом истинным не потому, будто манна была ложна, но потому, что она была образом и тенью, а не самою истинную. Ибо единородный Сын Божий, сделавшийся человеком, есть в собственном смысле манна, поразительное слово и слышание. Манна, значит, что это? Евреи, каждый, увидевший ее во множестве, выпадшую около своей палатки, пораженные необычайностью и странностью видения, спрашивали друг друга: «Что это?» И Господь, Сын Божий, стал человеком, сам есть поражающая всех манна, так что каждый в недоумении говорит: «Что это?» Как Сын Божий и как Сын Божий и Сын человеческий, как из двух противоположных естеств одно лицо. Что это за таинство? Итак, сей хлеб по естеству, будучи жизнь, как Сын живого Отца, говорит свойственное ему, живляет все, как хлеб земной поддерживает слабое естество плоти и не попускает разлагаться, так и Христос действием Духа оживляет душу, да и самое тело поддерживает нетление. Ибо Христом даровано естеству человеческому восстание из мертвых и нетление тел. Всегда говорят: подавай нам такой хлеб ни один день, ни два. Говорили это и по сребролюбию, чтобы нам не употреблять своих денег на приобретение пищи, подавай всегда этот легко получаемый хлеб. Вопросы. Вот хотел спросить по предыдущему тексту. Пожалуйста. Вот мне 29 стих непонятен. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Вот можно как-то, может, другими словами перефразировать этот, ну, этот стих? Мне как бы мне он непонятен. А что именно непонятно? Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Но Христос имеет в виду самого себя, веровали в того, то есть в меня веровали, то есть Он как бы сам себя, что ли. Это дело неверующего Христа, да и безбожники. А дело Божие – веровать в того, кого Бог Отец послал. Как тут? Что непонятно конкретно? То, что это названо, вера названа делом, это смущает вас или что? Да нет, просто сам текст непонятен. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. То есть, кого Бог Отец послал, в этом смысле, да? Да. Да, тут «того» с большой буквы.
Кого с большой буквы? И он с большой буквы. Три слова. Вот. Они-то перед этим-то они не веровали, такое чудо совершили, они в него не веровали, как в Бога. А хотели поставить его земным царем. Христос от этого уклонялся-то. И они говорили да потом. А мы думали, что освободит его от римского там ига. Все. Не веровали в него, как в обещанного Мессию. Бог Отец сказал, восстанет вам пророк, Моисей, вернее, через Моисея. Его слушайте. А они не уверовали в него, как в Бога. А вера, как вот выше Игнатий Тихонович говорил, это дар Божий, вот это дело Божие. Она, вера, она и от человека становится. Но в то же время это дар Божий. Может дать эту веру, может не дать ее. Чудо, что мы веруем в того, кого он послал, веруем в Иисуса Христа, которого Бог Отец послал на землю, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. В этом любовь Божия заключается. Сейчас немножко проясняется, или пока закрыто? Не знаю, вроде понятно, но еще больше вопросов. Ну это ладно. Это наверное. Есть плохо, когда их вообще нет. Потому что ученики Христа наедине его всегда спрашивали, что непонятно. И это всегда было угодно Богу. А те, которые имеющие уши, да слышат. А про других говорит, есть уши, они слышат, есть глаза, они видят. Здесь очевидное чудо Божие, потому что никто не мог притворить. Из ничего сделать столько хлебов и накормить столько народ. Просто надо выше брать текст, что впереди. В прошлом занятии, наверное, не были, подзабыли. Так, еще вопросы есть? Продолжаем. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 и 38 стихи. Иисус же сказал им, «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Толкование. Так как все было умерщвлено, то оживил нас сам собою. Два слова в большую букву. Имеется в виду Иисус Христос. Хлеб жизни не простой, обыкновенной, но особенной и непресекаемой смертью. Верующий в такой хлеб, большую букву, во Христа, не будет алкать, не будет терпеть голод слышания Слова Божия и не будет иметь разумной жажды, бывающей от неимения воды крещения, освящения Духа. Ибо некрещенный имеет жажду и большую сухость, не участвуя в святой воде, возрождающей душу, а крещаемый, имея духа, всегда от него оживляется. Показывая же, что вера в него не есть дело случайное, но дар Божий, подаваемый от Отца, достойным и благонравным по сердцу говорит, «Все, что дает мне Отец, ко мне приидет». То есть, те будут веровать в меня, которых дает мне Отец. А вы, иудеи, как недостойны, не даетесь мне от Отца, потому и не приходите ко мне. Говорит это, чтобы узнали, что не принимающий его противен Богу.
как противящийся воле Отца. Так как они его называли противником Богу, то он обвинение сие обращает на них и говорит, хотя неясно, не принимая того, что следует воле Отца, вы делаетесь противниками Богу. Итак, Христос не простой человек, а боготворенный впоследствии, как сословил он историк, но предвечный Бог, вочеловечившийся в последние времена. Страница 574. Прошу. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 6 глава, 39 и 40 стихи. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Толкование. Воскресение двоякого рода. Одно общее и вселенское, которым воскреснут и все грешники, а другое, которым воскреснут одни только праведники, восхищаемые на облаках, по воздуху навстречу Господу и встречающие Господа с дерзновением. Сие последнее воскресение Павел называет возвышением по причине поднятия от земли. Ибо грешники, хотя воскреснут от гробов, но не поднимутся от земли на воздух, а останутся внизу, как осужденные. Посему праведники и воскреснут, и поднимутся, восхищаемые на облаках навстречу Господу, а грешники только воскреснут. Вопросы? Тут вот вопросы у меня. По толкованию, как бы, как это рассудить? Вот два воскресения. Одно общее вселенское и другое, как бы, а воскресение отдельное, когда праведники будут восхищены, написано, да, на облаках Господу, как там написано, по-моему, Филосоконесу, встретение, да, Господне, когда встретится на облаках. Это когда, получается, вот это вот событие, оно произойдет, то есть, вот это мне немножечко тут непонятно. То есть два воскресения, одно вселенское, а другое... Вот. Игнатий Тихонович, ответьте, да. Про что-то, первое воскресение. Что-то по голосу даже не узнаю. Неужели действительно нигде этого не знают? Да что-то прямо это... Вызнан. Поддельный какой-то пришел к нам. Дело вот в чем. Господь сказал еще в раю. Вкусившись, смертью умрешь. Мы спрашиваем, а какая по счету эта смерть? Да какая? Первая. Но он не умер, он еще жил 960 лет. Значит, первая смерть какая? Духовная. Сын мой был мертв, я жил. 15 глава Евангелия от Луки. Пропадал, был мертв, мертвый. Патриарх как-то говорит, наша задача реставрировать человека. Патриарх Алексей II. Я выступил даже в печати, сказал, он вообще не верующий выходит был. Как реставрировать мертвого, когда он мертвый? В Америке хоронят, они могут там уколы сделать, на лице улыбка будет, а все можно сделать. В день, в который вкусишь смерть и умрешь. Повтори про себя. В день. Не когда-то, а в этот день он умер, Адам. В Адаме все умирают. А когда умирают? Ну, когда согрешили. И нас, мертвых, по преступлениям оживотворил. Ефесянам 2:5. Мы это верим или не верим? Верим. Какая смерть? Первая. Ну и воскресение первое. Какое? Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Был мертв, я жил, сын мой, был мертв, я жил. Где? У свиного корыта мертвый. Вот это первое воскресение, частное. Все остальное ересь. Воскресение будет одно,
и восхищены славу Господа, это все будет в последние мгновения мировой истории. Христос является на облаках, воскресает все до единого. Об этом говорит в 7 главе пророк Даниил. Из праха восстановится. Об этом Иов говорит, об этом Христос говорит. 25 глава Евангелия от Матфея. И одни воскреснут для жизни вечной, другие на вечное осуждение. Одновременно поражается сатана, является Христос, все воскресают и восхищаются. И ну и что? И будем вознесены Господу во славу, и не успеем предупредить умерших. Нас, оставшихся до живых, вознесет. Это все случится в последние, может быть, 100 миллионную долю секунды. Одновременно. Начнется страшный Божий суд. Никаких отдельных не будет. Это сектантская белиберда в башке у человека осталась. Выкинь даже, никогда не говори, потому не веря в Слово Божие. Когда Господь объясняет и говорит, жатва оставьте расти вместе до жатвы. Они хотели выдрать сначала плевелы, то есть безбожников. А Господь говорит вначале, что? А вот эти бессектанты отдельно праведников, пшеницу сначала за 1000 лет возносят. А Господь говорит, я воскрешу его, Лазаря, в последний день. Евангелие от Иоанна, 10 глава. В 4 главе Евангелия, в 6 главе Евангелия от Иоанна 4 раза Господь говорит, кто будет вкушать сын, это, плоть Сына Человеческого, я воскрешу его в последний день. Последним днем называется последний день. А тут за 1000 лет раньше воскресили. А в году 365 дней. То есть ошиблись 365 тысяч дней. А как? Оставьте Россию вместе до жатвы. Четко и ясно. Жатва-кончина века. Еще непонятно. Сатана пытается запудрить мозги людям. Заранее, первое воскресенье. А что как? Никак. Оставьте расти вместе. Оставьте расти. Не восхищайте. Оставьте расти вместе. Поясняет, до жатвы. Жатва-кончина века. Тут ничего не надо объяснять-то. Вот как это можно так помутнение разума иметь? Вот сектанты все так понимают, еретики. Хилиазм называется. А хилиазма придерживался Ириней Леонский. Да только делов-то. Придерживался или нет, откуда мы знаем? Придерживался, значит, как Серафим Саровский говорит. Оставлял меня Господь, я ошибался. Куда мы эти стихи Писания делаем? Оставьте расти до жатвы. А дальше 25-й. И пойдут все и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Одновременно. Разделение. 25 глава. Нигде по-другому в Евангелии нет. О тысячелетнем царстве во всей Библии ни одного слова нету. Только в Откровении. А почему? А почему Христос не учил о тысячелетнем царстве? Ни один пророк, ни один апостол. Потому что это в духе понимается. Это время евангельской проповеди. Тысяча слов означает множество. Падут после тебя тысячи, а что 2000 не упадут? Тысяча, то есть много пораженных будет, он тебя сохранит. Твердо себе возьми в память, что первое было смерть Адама, первое, от первой духовной смерти, первое воскресенье. Когда ты уверовал, вот тебе первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в первом воскресенье. Почему он свят? Ну, потому что принял крещение. Баня поки бытие, никакой слюны, никакого песка нету, троекратное полное погружение, апостольское 50-е правило. Все перепутал сатана. И не как-то через кого-то, а через учеников Осипова. Они отравили страну этой заразой. Эти сидят 80 лет в галстуке добритые, под папу играют. Назовите вещи своими именами-то. И все встало, мгновенно встало на свое место. Я однажды беседовал с сектантами, и хорошие люди-то, просто хорошие, баптисты отделенные. Ну, они это не приняли, но говорили, что надо бы это как-то разобрать. И он уехал в Америку. И там где-то они были далеко, уехали, и сломалась машина, они поехали за деталью. А он говорит, я один остался. И стал размышлять, и вдруг вспомнил, 30 лет назад к нам приезжал, меня называют по имени, говорит, и нам говорил. И мне внезапно, как молния осветило. И он везде начал говорить баптистам, никаких не будет трех воскресений. Воскресение тел только одно. И воскресение первое для души. 30 лет семечко у него лежало, даже не востребовано было. И вдруг один остался. То есть суета, дома, дети, жена, некогда было, работа. А тут ходил, говорит, ходил, и припомнил эту встречу, и уверовал. И мне сразу позвонил из Америки. Надо просить у Бога. Тут что непонятно? Оставьте расти вместе. А мы за 1000 лет раньше на небо, воскресенье первое. Оставьте расти вместе. Оставьте. Что непонятно-то тут? Жатва-кончина века. До жатвы. До жатвы. Кончина века. А за кончиной что? Еще баптисты будут тут жить?
Ну, нет этого нигде. И вот начинают одни праведники, тут какая-то жизнь будет, ну, колобродят. Тут вот такой вопрос, как узнать, сектант или не сектант? Три вопроса. Первый вопрос, иконы идолы. 20 глава, там 4 стих, книга Исход. Второе, никакого понятия о церкви нет. Где двое или трое, и там спасение, там церковь. Собраны во имя Его. Вот второе, и третье, тысячелетие царства. Три пункта одинаковые у всех сектантов. У всех, по этим пунктам можно узнать, перед вами еретик. Ни конфессии, ни деноминации нету. Это дьявол прикрыл слово ересь. Это еретики. Еретики в Царствие Божие не войдут, хоть как праведно живи. Хотя бы умерли за Христа. И эта смерть пойдет им в погибель, говорит Киприан Карфагенский. И крещение, и у них есть, говорит, осквернение. Мы должны это или поверить, или дальше умом своим блуждать. Три пункта иконы, отсутствие понятия церкви, тысячелетнее царство на земле. Время евангельской проповеди от распятия Христа до пришествия Его. За 3 года заканчивается это тысячелетнее царство, а Ему 2000 лет. И нас, мертвых по преступлениям, отдали, как дети, причастные к крови и плоти, то и Он воспринял оные, дабы смертью своей лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, Евреям 2.14. Смертью смерть попрал где? На кресте, на Голгофском. Что непонятно-то? И связал его там, да. И как может расхитить вещи, если прежде не свяжет? 12 глава, 29 стих, кажется, Евангелие от Матфея. Как? Христос вывел души? Все, запутались. А нету, он не ходил в преисподнюю. А где он был? Ну, это земля преисподняя. Ну, как же он говорит? Ада нету. Ну, он душой сходил. Думали. А у человека души нету. Ну, дальше еще раз говорить. Отойди от него. Он с ума сошел. Я говорю об адвентистах 7-го дня. Баптисты это верят, слава Богу. Вы строго рассуждаете с ними, как власть имеющие. Все на этом. Нет, ну я, Игнатий Тихонович, я знаю ваше понимание. В принципе, я уже, мне просто, может быть, не до конца я, в общем, разобрал для себя всю общую картину воскресения, то есть и детально, и как вот написано, я вот нашел тот стих, это значит написано 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках в сретение Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. Вот в толковании об этом-то стихе здесь и говорится. Тут написано так, что «Ибо грешники, хотя воскреснут от гробов, но не поднимутся от земли на воздух, а останутся в... ниже зачитал стих. Ну, он здесь вот говорит о том возвышении. Это как, получается, будет? Детально я хочу понять. То есть... Разделение, Женя, разделение. Одновременно воскреснут. Никого не предупредим умерших. То есть они сами воскреснут, кричать, трубить не будем. И праведник возносится, а грешники остаются. Все тут понятно. Тут непонятно, вообще ничего нету. Они остаются... Почему написано у Даниила, говорит, и перед престолом протекала огненная река? Больше нигде в Библии нету. Я спрашивал баптистов, а что за огненная река? Они ни один не могут ответить. Через эту реку Ефрем Сирин говорит, все пойдут, ибо огонь огнем испытывается, огонь. У кого дело такое, называют сено, дерево, солома, сгорит. Праведник воссияет, как солнце освещенное, золото, серебро, драгоценные камни. А нечестивый грешник, как головня выйдет, и над ним будет надпись всему миру понятная. Так объясняют. Грешник такой-то, убийца, блудник, и все его заслуги от дьявола. Через реку надо пройти будет, на ту сторону. Вот для чего река эта и проходит. Всем пройти, верующим и неверующим. Ну, тоже мгновение. Это понятно. Теперь вот что. Вопрос первый. Что такое слово «сретение» для меня непонятно, надо посмотреть. А второе, встреча, вот как встреча, получается? Встреча. А, это встреча. Ага, встреча, сретение, это по-славянски. Ага. А Симеон встретил Христа, на руки взял и говорит «сретение». Понятно.
А теперь второе, вот мы вот когда вот сейчас вот мы умираем, да, вот нет еще этого последнего воскресения, да, когда вот когда перед судом Божьим. Мы умираем, наше тело как бы остается здесь, получается, да, оно остается здесь, оно остается, оно в праху, из праха вышел, в прах вернешься, оно уходит в землю. Его закапывают, оно там растлевает, разлагается, остаются одни кости. А душа-то наша, она возносится ввысь, получается, Господу, правильно я понимаю? Это Экклесиаст говорит, а дух идет Богу, который дал его, а тело идет в землю. Правильно, но потом в тело восстановится, не в другое Бог созидать будет, а это же самое, но обновленное. Иоанн Златоуст говорит, вот золотой сосуд, на нем трещины. Умеющий плавить перебивает куски, переплавляет и новый сосуд, но тот же самый, из того же материала. Бог вот эти наши тела воскресит. Это из Иезекииля написано, когда поле ему было показано, полное мертвецов. Дохни дух, и они ожили. Кости обросли плотью. Вот это будет мгновенно, мы рассуждаем дольше. Язык не успевает за мыслью. Только так и будет. Ну как получается тогда, если сейчас у меня уже, если я жил праведной жизнью, достойной Евангелия, моя душа после смерти, она идет к Господу, а тело остается здесь. Тело, в Израиле. А потом, когда воскресение потом будет, то есть получается, тела грешников, они останутся, а тела святых, которые вот эти кости, они получаются как вот, вознесутся как бы ввысь на небо, да? Не так, все воскреснут тела, все. И Нерон воскреснет, и Павел, и Сталин, и Ленин, и Иван Грозный, и Петр Первый, и митрополит Филипп встанут одновременно. И на небе явится знамение Сына Человеческого, 24 глава Евангелия от Матфея. Почему? Три причины, говорит Златоуст. Я 55 лет спрашиваю сектантов, еретиков самого высокого ранга в Москве, Малоузовской 3. Что означает знамение? Христос. Я говорю, а за ним явится Сын. Что? За Сыном Сын? Знамение, он говорит, это крест животворящий, который будет ярче солнца в 1000 крат, и от яркости его померкнет солнце и луна. А три причины какие? Первое, чтобы навести ужас на творящих злое. Они воскресли, и все кончилось, теперь все припомнили. И для того, чтобы сделать более мужественным, смелым праведника убитого, когда увидит убийцу рядом. И третье, для славы Божией. Евангелие от Иоанна, 17 глава, прославь славы, который имел прежде бытия мира. Три причины, почему на небе явится животворящий крест. У сектантов ни одной причины нет, они ничего не знают. Я говорю, за 55 лет ни один не мог ответить на этот вопрос. Знамение на небе, крест животворящий. Все, Игнат Тихонович, спаси Христос. Аллилуйя. Понятно. Да. Именно так объясняют все святые отцы, при том одинаково. Особенно подробно об этом говорит Ефрем Сирин. К нему братья приступили. Отче, ну расскажи, как это будет. Он долго плакал. Они пришли на другой день, он все плачет. Не спрашивайте, братья, нельзя это видеть. Нельзя видеть. Ну почему нельзя? Ой, братья. Небо и земля загорелись. Огонь. Мертвый воскресает. И начал подробно говорить. Кость с костью сходится. Обрастает плотью. Все мгновенно. И это навсегда, и это навеки вечное. Что мы сделали с собой? Почему не избрали лучшее? Он говорит об этом. И вот у нас здесь на нашем сайте это стоит, начитывает. Тогда был Геннадий Михайлович Яковлев, потом стал Григорий, иеромонах, вот которого кришнаит отрезал голову. Это он начитывает, голос у него. Я искал, кто бы помог насчитать. Все, которые знакомые братья, голоса беру, проверяю, не подходит. А как? Не знаю. Вот Бог чудо делает, вот я прошу. И больше я ничего не могу сделать. Ну какой я внутри себя знаю, какой голос должен быть, такое насчитать. И вот утром встал Надежде Васильевне, я редко сны рассказываю, говорю, я сон видел какой-то интересный. К нам должны прийти два человека, мужчина, и один мне очень нужен, но я никогда не видел. А кто? В это время в дверь стучат. Я не рассказал, стучат. Я открыл дверь, двое. Один уйдет, а другой останется. И примет крещение в полное погружение. Потом станет иеромонахом. И мы с ним насчитывали. Он говорит, это было лучшее время моей жизни, когда я вам помогал насчитывать архипелаг ГУЛАГ, теперь святых. И там он как раз считает вот это вот.
Это на нашем сайте стоит, его голос можете послушать. 20 век христианства, архипелаг ГУЛАГ. Нет, это уже я сам один после насчитывал. Вот как. Я еще только думал найти, и он только стал говорить, я понял, это он. Я ему говорю, да нет, мы торопимся. Я говорю, ты должен быть здесь. А он историк. Мы тут вышли и шли тут до Барнаулки, ну недалеко там, может, минут 15. Да это нет, какое там масонство. Я говорю, сейчас я докажу, не дойдем до Барнаулки. Да вы что? А он руководящий был республиканского масштаба, комсомольский работник. Двоюродный племянник главного идеолога Советского Союза Михаила Андреевича Суслова. То есть он весь пропитан коммунистическими идеями. Мы до моста только дошли. Он остановился, а я верю всему, что сказали. Все, пришел к православию, принял крещение. Почему? Неопровержимость и труд Духа Святого. Господь взял его и привлек. Вот. Игнатий Тихонович, его же убили, этого человека, да, в конце? Да, он ему открыл кришнаиту, и он его штырь заострил, электрод, и ударил в грудь, а потом перочинным ножиком отрезал голову, зашел в алтарь, обошел вокруг престола и бросил на престол. А его потом судить, он сумасшедший, он маленько сколько-то посидел, там лет 5, там в дурдоме-то выпустили. А потом нашли его, он опять пошел по тайге, ему Кришна велел принести жертву, он так на суде говорил. Ну и до суда там он его не судили, хотя на допросах-то. А тут нашли только его одежду. Считается, что медведь-шатун, который не ложится спать, задрал его. Эта молитва услышана была. О нем подробно все знает Геннадий Фаст. Он у него был послушником. А в моем доме он пришел к Богу. То есть этот человек еще до Геннадия Фаста пришел, да? Он еще до него обратился. Вот этот он иеромонах, в моем доме который... пришел, в моем доме. Не, как бы до Геннадия Фаста это еще. Конечно. Ранее... А потом поехал туда к отцу Геннадию Фасту. Геннадий Фаст раньше обратился. Тоже вот за этим столом, где сидим мы, таким же, ну, строительный было. Это Бог делает так. Все, понятно. Геннадий Тихонович. Да. А вот помню, Данил Сысоев вот рассказывал, что вот есть такие понятия, как ад и рай, и Царствие Небесное, и гиена огненная. Вот ад и гиена огненная — это одно и то же? Нет, не одно и то же. В гиену будет брошен ад, написано. Сам в себя он не может быть брошен. И написано, и ад будет низвержен в гиену. Так что, а что это такое, не надо рассуждать. Не надо, этого никто не знает. Даже то, что на небе, хотя и были там святые, и говорит, не видел глаз, не слышало ухо, на сердце не приходило. Так и там. Вот там бурили скважину, раздались голоса какие-то, скрежет. Ну, оспаривать нечего. Но, однако, это не все. Все не так. Вообразить ужас нельзя. Одно из сказаний такое. Один человек не верил, что есть вечность. Говорит, а как это понимать? Ну, как вот. И вдруг... И он болел, парализованный лежал, а ему ангел явился и говорил, ты почему ропчешь-то все время? Он, да лучше мучиться вечно, чем так, как я страдаю сейчас. Он говорит, хорошо. И тут же взял его душу. Взял душу и вверх ее там в огонь. Вот он мучается год, два, 100 лет, 1000 лет, и возопил. Да ангел говорил, ненадолго, уже 1000 лет прошло, и вдруг свет осиял. И ангел явился, его опять из огня посхитил. Чего ты ропчешь-то? Ну, прошел только 1 час. 1000 лет показалось. Вот что такое мучение. Это рассказ, конечно. Но рассказ, имеющий под собой не одно житие святых, которые об этом же говорят. Поэтому нужно ежедневно благодарить Бога всегда до еды, после еды, до сна, после сна. Как ты дивен, Господи, как этот мир устроил. Мне так странно. Вот я иду, ну, рядом со мной люди идут. Ну, летит галка. Я говорю, какая птица? Коршун. Ну вот, увидел грача, это как называется? Ворона. Ну как можно не отличить ворону от галки или ястреба от коршуна? Ну, может быть, я слишком требователь, я с детства, с 5 лет птицами занимаюсь. Но однако же, можем маленько научиться зверей, растения. Это же Божье творение, почему же не узнаете? А иные все знают, какая трава, от какой болезни, в какой пропорции, как ее засушивать. Все знают абсолютно. Вот у меня знакомый был, дядя Гоша, Георгий Иннокентьевич Лютых. В 6 лет он нес отцу весной еду,
обратно пошел, когда он на работе-то, а в это время уже вода, пошел поток, и его смело. И там ему песком глаза засыпал, и он, у него только глазницы белые были, 6 лет. Я узнал, когда он, ему было больше 60 лет уже. Вот человек, все знал. Отец Геннадий к нему приехал, он к отцу Геннадию, и отец Геннадий говорит, я не определил границ его знания. Границ. Все знал. Я говорю, как вы знаете? А у нас, говорит, какие были диспуты, где встречи в Красноярске, это город Канск. Я, говорит, везде всегда был. Везде. Был слепой, и клал печи, переплетал книги, службу всю знал. И он в одну пленку только слушал, два человека разговаривают. Он слышал, там катушки были. А он говорит, а это кто? Ну, это отец Дмитрий Дудко, самый знаменитый, не Александр Менион, а это, говорит, мирянин. Это Игнатий Лапкин из Барнаула. Он говорит, так он прав, а тот не прав. Везите меня туда. И его привезли. Два раза его привозили, а потом еще два раза ко мне приезжал в гости. Вот человек, который душу свою так поставил, он знал и везде спешил на помощь. Георгий. И фамилия как будто специально дана Лютых. Он слепой печку клал. Слепой клал печь и переплетал книги. Дома строил. Игнат Тихонович, а до Христа, Господа нашего, все в ад души уходили, да? Евреи создали слово «шеол». И поэтому мы не будем объяснять, что такое. Иоанн Златоуст говорит так, праведники были во свете, а грешники во тьме. А почему? Потому что грешник увидел богач Лазаря на лоне Авраама. А Лазарь его не видел, разговаривал. Почему? Ты зажги свет, тебя с улицы будет видно. А ты никого в темноте не видишь. Это Иоанн Златоуст так объясняет. Чем мне спорить-то, если действительно так? Вот это, говорит, можем сказать. А что означает лон Авраама? Это означает поле добродетели, которое он делал. Не то, что там за пазухой был. Это Иоанн Златоуст объясняет. Мне этого достаточно было, чтобы я язык прикусил. Знать ничего больше не знаю. Бог сказал, а как? Ад, гиена, какая разница между ими? А Вадон еще есть? Не знаю. Не знаю. И хорошо, что я не знаю. Никак не надо представлять. Святые запрещают это. Ты можешь ошибиться на 100%. А вы что, откровения не имеете? Я не имел ни одного. Я просто верил. Я не слышал ни разу ни шепотом, ни голосом. Только во сне, когда меня ангел будил, в тюрьме был. Вот это, если он меня подойдет потихоньку, я слышу дыхание. Подойдет, меня заденет. В минуту. За 2 часа раньше до общего подъема. Я это могу сказать. Игнат Тихонович, прошу прощения, ну вот еще из слов Данила Сысоева, Царствие Небесное и рай, вот эти понятия как? Царство Небесное, есть Царство Божие и рай. В одном месте написано, блаженны нищие духом, их Царство Божие. В другом месте, у Луки написано, их Царство Небесное. Так Божие оно небесное, конечно, а небесное, ну оно и Божие, конечно. Это по-другому никак не... А вот рай... Мы ничего не знаем. Мы знаем, рай был на земле. А где он сейчас как будет, один Бог знает. Меня никогда на эти вопросы не заносило. Я благоговейно стою перед Богом и прошу, Господи, у меня мысль к Тебе метнулась за недозволенным. Прости меня. Я глушил всю жизнь в себе эти вопросы. Повторяю, я ни разу, никогда не спорил с католиками. Так у них ереси. Я на это отвечаю, у нас своими разобраться бы. Я никогда не соглашусь, что папа должен верховным быть жрецом наследник Христа на земле. Это никак. И то, что без бороды он, это никак не соглашусь. А остальное можно согласиться. Игнат Тихонович, ну вот Осипов Алексей Ильич уже несколько лет даже назад говорил, что папа там такие слова говорил, что евреям не надо уже креститься для спасения, поскольку они евреи, Бога избранные, и все, и уже они якобы автоматом уже в ракетой в небо улетят. Так, ну не надо дальше. Ну все, сказал да и сказал. Он отвечает за свои слова, я за свои. Не надо креститься, потому что он еврей. А вокруг Христа все крестились евреи. Иоанн Креститель крестил евреев. Ну что он, колобродит, другого слова нету. Веры-то нету, что от Бога все.
Я вот смотрю, выступает. Никого еще я не нашел более близких выступает. Я не считаю отца Геннадия Фаста, тот все отвечает как надо. Более близко отвечает Олег Стеняев. Он с Библией в руках. А эти никогда не берут. Он городит, городит. Да смотреть даже нечего, отойди от него. Але сказал этот, ну, Данил Сысоев, ну, сказал, да и сказал. Меня это не интересует. Это его мысли, меня от своих-то тошнит. Все? Отошел? Пожалуйста, вопросы, сейчас прошу. У меня вопрос есть по стиху, я зачитаю. Значит, такое у меня размышление было, как вот сейчас я поясню. Это Матфея 6 глава, 5 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец, видящий тайное, воздаст тебе явно». Вот здесь, как бы, если читать эти стихи, можно подумать, что вот публично, да, где-то там прилюдно нельзя молиться, потому что, ну, вроде, как здесь Христос говорит, ты, если хочешь помолиться, зайди где-то, чтобы тебя никто не видел, еще затвори дверь твою и помолись. А я вот живу среди здесь иудеев и мусульман, у них как раз-таки, у них публично молиться нету никаких, как бы, препятствий. Он вот у них, допустим, сколько там расписаний молитв, и где он окажется днем, там он окажется, там он и будет молиться. Все, вот я вижу, так мусульмане молятся. Они вот он, я работаю водителем на большой фуре. И вот он едет, все, у него молитва, все, он останавливается, стелит свой ковер и прям на обочине дороги, и все его видят. И все, и начинает творить и свою мусульманскую молитву Аллаху. Также и иудеи, все, у него, ну, я говорю специально за молитвы такие дневные, когда утром вроде бы мы дома еще должны помолиться перед тем, как выйти из дома, а днем мы можем оказаться на работе, а днем-то тоже где-то надо помолиться, вот. Ну, как вот, они, по крайней мере, иудеи днем тоже молятся, вот. Нет, у них хотя бы 3 раза в день они молятся, вот. И также иудеи, все, у него дневная молитва, где он оказался, то и там оказался. Он начинает все кланяться, молиться в сторону Иерусалима, вот. А здесь, если мы читаем так, что как бы вроде бы здесь это порицается, как бы вроде бы ты как бы не будь лицемером, вроде как бы, чтобы показаться перед людьми. Как вот уразуметь вот, вот. С другой стороны, вроде бы, если публично где-то мы будем совершать молитву, то люди как бы увидят, что мы как бы верующие, а так никто не знает о нас. Вот как вот тут вот это соотносить, вот это понимание вот с реалиями, как бы, жизни, вот как вот мусульмане, иудеи поступают. Женя, учись, вот. Короче, задавать вопросы. Очень долго. Все. Вопрос должен занимать не больше полминуты. Но мне надо было пояснить, прошу прощения, да, потому что... Евгений, тут пояснять нечего, все ясно. Учитесь говорить кратко. Мы ехали дорогой, у нас миссия была от Владивостока, от Тихого до Атлантического океана. И нам нужно было молиться не 3... по-еврейски, не 5 по-мусульмански, а 7 раз, не считая утреннее-вечернее. И мы останавливались, расстилали военную палатку, свой дастархан сбоку. У нас все это заснято, ролики стоят. И рядом здесь же молились мусульмане. Если мы молимся, а мусульмане это рядом, у нас была 100% гарантия, что нас никто не тронет. Они сами к нам подходили. Ты забыл главное, что они получают награду, чтобы показаться. 2 слова, показаться. Нам не надо показываться, у нас необходимость. И получают награду. У нас кирпичом по голове можешь получить. И поэтому не сходится никак. Мы все время молились. Мы утром выезжаем, не успевали дома помолиться. Мы едем дорогой. Ну, я считаю часть молитвы. Виктор Николаевич считает. Мы всегда молились. А шофер за рулем сидит. Вслух молились. Все. А толкование можно почитать? Давай. Пояснение. Вот толкование, Евгений. Матфея 6 глава, 5 и 6 стих. На 5 стих. «И сих называют лицемерами,
я прочитаю и Слово Божие тоже. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истину говорю вам, что они уже получают награду свою». Толкование. «И сих называют лицемерами, потому что и они только кажутся внимательны к Богу, а на самом деле внимательны к людям, от которых и получают мзду свою». 6 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Толкование. «Что же? Неужели не должно мне молиться в церкви?» «Напротив, должно, только с чистым намерением, а не с тем, чтобы то видели люди, потому что не место вредит нам, но внутреннее расположение и цель. Многие и втайне молясь делают это для того, чтобы нравиться людям». Все. Ну вот теперь исходим из того, что внутренний мир твой как. Лев Толстой понимал так: в храмах молиться нельзя, это на показ. И чем кончилось? Полное отрицание личности Христа, бессеменное зачатие и прочее. То есть это мало, кажется, ну не великое дело. Увлекло его в полное отрицание Нового Завета и Ветхого. А свое основал. Намерение. Награда какая тебе от этого? А можешь стоять и в храме, можешь дома и все погубить. У меня вопрос от никогда не возникал. Как есть, где было, где застало время, там и молились. Все. Спасибо, Христос. Слава Иисусу Христу. Еще, пожалуйста, вопрос. Нет вопроса. А то я вопрос задам. Ну, давайте. Я к Роману Фроликову. Я ответил сегодня, тебе получил от меня письмо? Да. Так, что означает написано? Я тебе правильно, что ты писал? Правильно я расшифровал? Да, правильно. Я расшифровал правильно твое письмо? Правильно. Ну все, больше ничего мне не надо знать. Так что будь спокоен, молись. Спасибо, Христос. Да мало ли еще в жизни бывает, кто-то так поймет, где-то... Мне нравятся слова Кирилла Иерусалимского. «Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне». Мне очень нравится это. Я постоянно говорю: не верьте мне, если я говорю вопреки Слову Божию. Не доверяйся. Но для того, чтобы это сказать, во-первых, ты должен знать Библию, отвечать по Библии. И кто тебя будет проверять, они должны знать. Хорошо, что есть люди, которые следят за этим. А полностью на 100% на этой земле никому нельзя доверяться. Ну, написала, я дал пояснение. Я не знаю, все ли считали тут. Читали, Геннадий Тихонович, это вы скидывали, да. Да. Так. Игнатий Тихонович. Да. Мир вам. С миром. А скажите, откуда вот пришло, мы когда видим церковь, вот идем на улице, например, должны перекреститься, откуда это пришло? Или это не обязательно делать? Не обязательно, мы никогда этого не делаем. А которые у нас даже заходят, и все, а тут уже в комнату, когда заходят в коридор, тогда только молятся, тогда кланяются. У нас это не принято, у нас нищих нету. Почему? Нарушение заповеди будет. Давать милость не может тому, которого проверил епископ, что он не имеет на пропитание. Ну, тогда пенсии не было. Социального обеспечения не было. И должен был иметь грамоту, и тогда ему подавали милость. А если так просит, говорит, и его гнали батагами, то есть палками. Попрошайка, пьяница. То есть на все это все мы уже проходили, история нам говорит. Все. А еще вопрос. Вот сколько у нас равноапостольных женщин в церкви, и почему они так названы? Потому что мы знаем определенно Мария Магдалина. Она была апостолом для апостолов. Она единственная за всю мировую историю. Но были такие, подобные ей, как Нина Грузинская. Через нее Господь не спроверг идолов, которым поклонялись, и практически весь народ пришел к Богу. Другого я как будто больше не знаю. А из мужчин равноапостольных только одно название.
равноапостольные мужчины – это обман. Кто там? Константин, Владимир. А там ни одного шага не было по апостольскому. Власть была, ну и все остальное. Вот я называю... еще... Говорите. Равноапостольная Елена, вот я слышала, и есть еще равноапостольная Фёкла. Вот, Фёкла Нина. Называют. Фёкла действительно, это можно причислить. Она даже надумала выйти замуж за апостола Петра. Но апостол Павел ответил ей, что это никак. За Павла она хотела. За Павла. Да, вы сказали Петра. За Павла. За Петра. За, я тогда не понял. Оговорился за Павла, это ее житие, мы о ней молимся. А Елена, у нее ничего не было равноапостольного, совершенно ничего. Ни одного шага. А Нина? Нина, та обратила целый грузинский народ. Господь через нее. Она равноапостольная. Ну, жалко, что Елена не равноапостольная. Ну, надо было скинуть с себя венец, зайти к народу проповедовать. Чего жалеть-то? Она сама себя не жалела. А вот нашла крест, занималась археологическими изысканиями. И теперь что? Три обломка нашли. Уже прошло 3 с лишним лет, они что-то нашли. Да у нас стоит, 10 лет прошло, уже наполовину сгнило. А тут через 300 лет, там уже ни костей, ничего нету. Уже сомнительно. А дальше? А дальше зачем это нужно было? Макарий там поднимал крест, все это так. Никто не заставляет в это верить. Было, было. Ну и пусть было. Не опровергать, не трогать. Я в это не верю. Ты веришь, держись за это. Спаси Христос вас. Слава Иисусу Христу. Так, у нас в России, кто не знает, запишите, пальцы загибайте. Хоть не равноапостольно, но вполне подходит под это. Вот вполне прямо подходит. Иннокентий Вениаминов, просветитель северных народов. Это о нем много написано у Николая Семеновича Лескова. Вот себе запиши его. Дальше. Николай Касаткин, японский. В Японии основал церковь. Какие трудности были с переводом, и он это все перенес на себя. Да, вполне может подходить. Далее, один из них канонизированный переводчик Священного Писания, Макарий Глухарев, архимандрит, алтайский. Он 475 только и на этих, ну, аборигенов крестил здесь. Вот как. Я других спрошу, не буду называть. Скажите, а кто зырян обратил в России? А Стефан Пермский. Именно так. Абсолютно правильно. И вот Стефан тоже, может быть, вполне отнесен. Он целый народ охватил проповедью. Там все про них написано. Я житья начитывал, поэтому знаю. Вот по порядку начинаешь считать, и ты увидишь. Некоторые, может быть, неизвестны были. Да, были такие. Гурий был в плену у татар. Знал татарский язык. Вывел с собой только 450 человек, но он только в одном месте. А другие есть, весь народ обходили и проповедовали. Такие люди были. Ну вот я назвал тех, которые четко и ясно. Это на одной руке помещаются пальцы. Мир вам, Роман Фроликов. Да. Еще вспомнил Авраамий Болгарский. Ну, я его не могу сказать, что именно он как равноапостольный. Это слово можно не брать. Это все так приблизительно, только в названии. Проповедовали, есть такие люди, проповедовали. И многие обращались. Взять Ирина. Ирина, ну, кто-то проповедовал, там 450 обратился, а у Ирины 150 тысяч. Это апостол настоящий. Но ее не принято так называть, да и хорошо. Но вот они все-таки многие приводили, опять строили монастыри и опять садили, ну, людей это, в монастыри. Это же Евдокия и все. Но вот эти, допустим, Николай Касаткин никого в монастырь не привел. Архимандрит, называю вот этот Глухарев, тоже
никого не привел, в монастыре никаких там не было. Иннокентий тоже не, это, и Степан, он, просто эти люди обращались, жили и шли, проповедовали. А о Кирилле Мефодии что скажете, Игнат Тихонович? Кирилл и Мефодий. Вот если бы не царь Михаил, они бы ни один не вышли. Ему посылать надо, а там свои торгаши были, и они это, язык этот навыкли. Язык это не церковно-славянский, это искусственный язык-то. Такого языка на земле никогда не было, как церковно-славянский-то. Это люди понять не имеют никакого. И он говорит, тут вот народы такие есть, надо бы пойти к ним. Да нет, там в монастыре два брата. Ну и он уговорил их. И когда они пошли, первый вопрос задали, а у них азбука есть? А иначе, говорит, вилами по воде писать. Нет, давай азбуку составлять. Ну, на основании греческой, в основном-то. Ну и дальше они пошли. Вернулись и опять в свой монастырек. С первого путешествия вернулись. Потом брат один умирает раньше, другой позже. Его епископы католические в тюрьму посадили за то, что говорили, нельзя проповедовать славянам на их родном языке, а только на греческом, на латинском, на еврейском, которая надпись была на Христе. А он тогда назвал у них это, что нельзя на этом, четырехязыковая ересь, на латинском еще были. Они смелые были братья. И папа за них заступился. Его освободили, ему грамоту дали, он пошел. Ну, они были, видишь как, вот вернулись только опять в монастырек свой. Тут больше-то похвала, может быть, императору Михаилу. Вопрос. Давай. Здравствуйте. А вот 6 глава Иоанна, 35 стих. Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Ну, просто как бы понимаешь, что по-своему, как вообще, как это? Ну, а после как? Это реально будет высказано в святом причастии. Поэтому безбожники издеваются, вы что, каннибалы? Кровь пьете, закусываете мертвым телом, то есть кощунствует. Ну, мы, когда считаем Слово Божие, называется Слово Божие, а там ничего нету. Нету бумаги и буквы, так можно к чему угодно придраться. А здесь сказано так, ну, сказано там, как вот насущный хлеб нам дай, то понимается, у Лескова хорошо описано, они даже переводили не насущный, а надсущий, то есть выше обыкновенного хлеба. Да, это духовный хлеб, и мы им питаемся, Слово Божие. Оно названо так, и мы называем его, это наш хлеб. Душа наша питается. Мне не нужно развлекательных каких-то сеансов или другие книги читать. Краткое содержание я могу знать, а подряд зачем? Считаю чужую книгу, ну, прямо захватывает. Первый вопрос задаю, мне надо это, когда у меня дни сочтены, может, последний день и час? Не надо. Тем более он пишет красиво. Достоверно это? Нет. Это художественный вымысел. Ну, на документальной основе. Мне это надо? Нет. Я рассказываю. У меня есть вопрос один нерешенный. Охота мне узнать, и нигде не могу узнать. И все уже пересчитал. И что чувствовал Адольф Гитлер, Шикельгрубер, когда начались у него поражения? Были у него подвижки к покаянию или нет? Наконец нахожу, с ним работает секретарь Юнге. Секретарь, девушка. А она писала завещание его, в бункере была вместе с ним. И она говорит, я ждала, вот-вот скажет, он ничего не сказал. Я нашел человека, который думает, как я вот думал. Я по сегодняшний день, ну неужели он не понимал, что он делает-то? Это умница из умниц был, любящий свой народ. Ну почему он до конца не дошел? Все рушится, все, ну остановится, ну умрет Рузвельт, теперь перессорится, и уже все, Берлин берут, все еще верит, покаяния нету. Меня интересует внутреннее его вот это состояние духовное, как его пленил дьявол. Никто не пишет про это. И он дневники не писал. А почему вас это интересует? Зная это, я могу это как-то принести на других, у которых меньше был успех в жизни. Такого успеха, чтобы вся Европа легла к ногам, этого ни у кого не было. Из самого развала поднял страну. Страшная была там у них там инфляция. Его любили все. Каждый год на лучшие курорты все обязаны были поехать. И вдруг страна рушится перед ним. Одна, другая выходит из коалиции. Что он думал? Меня это очень интересует.
И нигде не могу найти. Я уж, наверное, сотни разных, даже нашел тут одно есть, «Изо дня в день» называется, документально. Только кадры идут документально. 96 серий. Я их все просмотрел от корки до корки. Зря, может быть, но зато я многое знаю про войну, конкретно. 96, только одна серия идет. А зачем нужно, зачем? Ну, мне нужно, тебе не нужно. Я хочу узнать, как Дух Божий пробивает железобетон. Было ли не было у него раскаяния? Даже Маринеску, который потопил вот этот корабль там с женщинами, с детьми, за что ему героя Советского Союза дали, то и он раскаивался. Я не знал, оно огнями горело, а что это за корабль, он 3 торпеды влепил в них. Там капитан застрелился, и 6 тысяч было пассажиров, там больше 3 тысяч, кажется, погибло. Тут все понятно. Вот один человек меня интересует по сегодняшний день. Если этот вопрос был бы отвечен, я бы получил удовлетворение. Что даже такой человек, который образ потерял всякий, сатана в человеческом образе, и он пришел к покаянию. Но нигде не нашел, нигде. Притом воспоминания его генералов, Гальдера, который больше всех написал, я могу их называть, всех его фельдмаршалов, нигде не нашел. И не было у него покаяния перед народом, что он завел их в этот тупик. А только лучшие погибли, а этот народ не достоин жить. Поэтому со мной вместе пусть вся Германия умрет. Приписывают ему эти слова. И я могу даже в это поверить. Идея была его лучшей идеи, политической, не было никогда, как Гитлер сделал. Свой народ поднять из небытия. И вдруг все ложно. Только одно надо признать, Бога нет. И тогда это был гениальнейший человек. А раз Бог есть, это был сатана в человеческом образе. Я об этом везде говорю. Все. Еще 5 минут. Все, вопросы у вас есть? Вот как. Говорят, вопросов нет. Две причины. Что человек все знает или ничего не знает. Он не знает, какой вопрос задать. Какой вариант подходящий? Нет вопросов. У меня на сайте стоит одна графа «Вопросы, которые мне задавали в университетах и по радио, где я вел 3 программы». Сохранилось 4124 вопроса. Я их разнес 55 папок, позиций. Евреи, мусульманство, старообрядчество, жизнь, колдовство. Ну, 55 папок. Они на нашем сайте «Во свете Библии». 4124. А это может быть третья часть вопросов, которые были заданы в письменном виде, бумажками. А тут мало вопросов. Вы заходите на наш сайт и посчитайте по теме воспитания детей, там, семья, то есть, ну, папка. В папке вопросы. Допустим, тебе нравятся евреи. Зайди, 176 вопросов. По еврейской теме 176. Согласись, Женя, что это что-то. А у меня на занятиях и евреев много приходило, и кого только не было. От вопрос ткнул. Теперь указано, в какой книге у меня... Какой вопрос под номером, какой том книги. Ткнул в него, открывается весь ответ. Притом ответ, согласно Библии, святых отцов, канонов и житий святых. Все вместе взято, и мировой истории. Заходите туда, и откроется... Геннадий Тихонович, да. Есть вопрос. Хулана Духа Святого, что это, и почему она не простится ни в 7 веке, ни в будущем? А когда Христос сказал... Ответ-то в этом, надо смотреть по порядку. Когда он исцеление дал, явно, что это от Бога. Это ненависть к добру. Силой князя бесовского делает. Ну, человек слепой был. Что, сатана это делает? Когда на Христа говорили, то понятно. По немощи человеческой Христос мог ошибиться. Это незримо Дух Святой. Это абсолютная ненависть к добру. И когда вот человек делает Божье дело, люди обращаются, а он клевещет. Вот на меня некоторые нападают, мне очень часто кажется, они похулили Духа Святого. Крайнее ожесточение. У них ничего нету. Он начинает анафеме, вам анафема вместе с патриархом Кириллом. Меня с патриархом Кириллом сравнивают. Ничего себе, возвысили. Кто я такой? Ненависть к добру. Когда человек начинает хулить. А вот у баптистов исцеление
Вы еще скажете, а Духа Святого? А баптисты что, Духа Святого имеют? Конечно, но они не в церкви. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Зачем это сказано? Он признает Иисуса Господом, Творцом неба и земли, да, а Духа Святого. Но они засохли на первой ступеньке, дальше не идут. А это уже вычеркнутый он. У них нет благодати, разумения Священного Писания. Все, наверное, на сегодня, да? Ну, у меня такое еще добавить хотел. Вот, ну, как-то я с Виталием общался, по скайпу с ним общались, и я ему вот такой вопрос задал. Он мне побольше меня знает, вот это зарубежная церковь, он тоже много изучал, он говорит. Я ему говорю, вопрос задаю, говорю, почему, говорю, они вот эти все части вот эти зарубежной церкви, которые не соединились с Московской патриархией, они как бы не могут между собой соединиться, ну ладно, не будьте с Московской патриархией, будьте сами, ну не дробитесь. Но они дробятся, то есть епископы там вдруг не сходятся друг с другом и начинают дробиться, епископы между собой дробятся. И мне Виталий Клиников такой как бы ответ предложил, что говорит, возможно, говорит, они как бы, ну, они же не принимают Московскую патриархию благодатной. Возможно, они как бы похулили Дух Святой, как бы то, что они вообще не принимают там никакой благодатности. И за это как бы Господь дает им наказание, Он им не дает им единства. Потому что я говорю, вопрос тому, говорю, почему у них единства нету, когда они, ну, как бы вроде бы за чистоту, за настоящее православное христианство, но при том не могут соединяться вместе, а дробятся. Вот. Ну понятно, Евгений. Вот да. Скажи, сатана говорит, ну разговаривает он, допустим, с Макарием египетским. Ну что я делаю не так? Ты ешь один раз в неделю, а я вообще не ем уже миллион лет. Ты не спишь там двое суток, уже предел, дальше у тебя сумасшествие начинается. А я 100 миллионов лет и ни разу не заснул. Ну что? Он говорит, одного тебе не хватает. Смирение. Сатана аж вздрогнул. Говорит, терпеть не могу это слово. Вот и все. Смирения не хватает. Вот мы из всей зарубежной церкви, находящейся за пределами их там владычества в России, мы единственные наши две общины, которые не стронулись с места. Никуда. Мы всегда признавали благодатность Московской патриархии. У нас хорошие отношения. Они приезжают к нам, служат митрополит. Наконец, зубами скрежещет, которые недруги. Вот. Мы за патриарха молимся. И все время батюшка частицу за него вынимает. Но патриархию мы никогда не пойдем. Мы их знаем. Они нас сразу разрушат. Только по этой причине. И у нас хорошие отношения, повторяю, очень хорошие. Где бы я ни приехал, где меня знают, там вот в Москве, отца Кирилла, мне сразу несут там одежду, стихарь, и я начинаю тут же в храме проповедовать. Даже собирался, когда вот за границей, в Финляндии, я говорю, вы сделайте запрос патриархов. Там они людей собирать будут, я в Финляндии выступать. Говорит. И вдруг патриархия дала благодать, разрешили. Я не ожидал этого. То есть что-то меняется. Но на мои книги, главное-то не на меня, а на книги. Книги уже исследовали все три епархии, Сентерский отдел, и Дворкин, и монастырь в Одессе, и Киево-Печерскую лавру запросили мои книги. Ну, 15 теперь лет. Но за 15 лет могли что-то найти? Ничего не нашли. Да, я говорил строго, но это не мои слова. Это сегодня там шапка на тебе или что там, епископ. Но когда умрешь, то ничего этого не будет. Я сказал, вы должны показать пример жизнью. Вот. Мы никакой не можем пристать, которые не признают благодатность Московского патриархата. А вы уверены, что они благодатные? Я для себя говорю, а ты как хочешь. Если бы я не верил в это, а зачем бы я вместе с ними был? Вот приехал наш епископ-то, а мы сразу Покровский собор, и детей всех собрали, все дети причастились. А взрослые? Взрослые нет. Потому что у нас свой священник, и это не практикуется и не рекомендуется канонами переходить от одного к другому. Священник – это врач. Ну, Игнатий Тихонович, вопрос-то как бы я не до конца, если можете ответить, возможно ли такое, что
причина ихнего дробления сильного – это то, что они где-то похулили Дух Святой. То есть вот это то, что они говорят, московская патриархия полностью безблагодатна. Да я слышал, быть... Женя, не повторяйся. Коротко все. И понятно. Не знаю и страшусь. Меня спрашивают вот про Филарета Украинского. К нему я на исповедь не пошел бы, но назвать его безблагодатным не могу. Мне это не дано знать. Папы бритые мне абсолютно не подходят, но безблагодатным я его назвать не могу. Я молчу, мне не дано. Я этим не погрешу. А вот сверги там вашего, там, который Иринея, там кто еще был, как? Не знаю. Я другого, того и другого поминаю перед Богом, и все. Сохрани и помилуй, Господи Боже наш. Все, наверное, да? Да, помолимся. Достойна истякова истину, блажитесь Богородицу, пресноблаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Рочую, сущую Богородицу Тя величаем. Игнат Тихонович, помолитесь. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием и просим во имя Господа нашего Иисуса Христа, прими нашу молитву благодарности, что продлил нашу жизнь и разум сохранил, что Ты нам дал верить в Тебя, это дар Духа Святого, что открыл нам сокровище православной церкви, хвала Тебе. Распусти нас с миром и услышанное помоги сохранить в простоте и смирении. Помоги нам в радости встретить Пасху воскресения Твоего из мертвых. Сохрани нас от всякого заблуждения. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Всем с Богом. Спаси Христос. Богом. Аминь. Спаси Христос. Игнат Тихонович. Но. Скажите но. Еще вопрос. По Московской патриархии последний. Вот то, что вроде бы как бы мы видим, как бы, что Московская патриархия не дробится. Да, вроде бы эти дробятся, вот они как бы не могут устоять. Но ведь Московская патриархия, она как бы связанная с государством. Если вот убери сейчас эту подпорку государства, останутся ли они как бы этой единой церковью или тоже раздробятся? Потому что я такого мнения слышал, что вот, говорят, убери эту сейчас эту подпорку государства, посмотришь, от них ничего не останется. Они как начнут дробиться между собой. Все, Андрей, это не вопрос, ты уже объясняешь все. Ты не умеешь вопросы задавать коротко. Андрю, это сказать, я не могу, Женя, отвечать на этот вопрос. Я не могу, мне это не дано. Я знаю, что все, что ты ответил, это правильно. Так, надо отойти от этого. И когда сцеплялись за власть, вместе с властью шли под топоры церковники. Это показала революция. У меня одно право – молиться, плакать и молиться. Мне ничего больше не дано. Все, с Богом. Благодарю. Спасибо. Спасибо, Христос. Христос.